Телеканал КРТ представляє. Коронавірус нищить український бізнес. Майже третина приватних підприємств, здебільшого це мікробізнес, вже припинили роботу через карантин. Такі результати дослідження спілки українських підприємців. Більше половини опитаних власників бізнесу кажуть, що здатні не збанкрутувати та протриматись в умовах карантину лише місяць, а кожен четвертий – не більше трьох місяців. В столиці благодійні організації годують обідами бездомних. Тепер серед них з'явились ті, хто втратив роботу через карантинні обмеження. Отож, важке обговорення, але його треба обговорити, тому що ті люди, які втратили зараз роботу внаслідок, я вважаю, недолугих дій влади, яка хотіла, ввела, наприклад, захмарні $615 за відсутність маски, а при тому не забезпечила наявність масок навіть в аптеках. І зараз ми бачимо, що ці люди, ймовірно, навіть будуть, перепрошую, займатися чимось недобрим, бо вони не будуть з голоду помирати. Це молоді, здорові чоловіки. Ну, ми вже бачимо в новостях, що пішли грабежі і мародерство пішло в Італії, во Франції. Так это, ну, страны, где есть видео, где люди имеют какую-то материальную помощь, минимальную. То есть, если ты там законопослушный, то с голоду тебе умереть не дадут, в отличие от Украины. Мы действительно, мы так раздули наши штаты чиновников. У нас самый большой процент чиновников на душу населения в Европе. При этом, в том числе правоохранителей. При этом у нас самый высокий уровень преступности. И в них била зарплата, и в них зараз дистанційно. Вот. И, конечно, продолжение вот такого моратория и отсутствие возможности людям выживать, людям работать, конечно, это радикализирует общество. Надо не забывать, что у нас еще военный конфликт на Востоке. Надо не забывать, что у нас еще оружия много. Это же сейчас может быть вот такая гремучая смесь, которая будет выстреливать в разных ситуациях. Ну, уявіть собі, зараз ці люди безробітні, без хатки, можуть бути мародерами. Притому сама влада відносить до суспільства теж як мародери, бо пам'ятаєте, вночі вони проголосували, ну, стосовно того, що земля тепер сільськогосподарське призначення, може бути товаром. Хто більше мародер? І чи варто, і на вашу думку, вже не прогноз, а ваші рекомендації? Яким чином можна уникнути голодних бунтів і кровопролиття? Во-первых, що касається голодних бунтів, цей вопрос дуже актуальний, тому що в світі нарушились логістичні зв'язки, да, із-за закриття границь. Следующее, что очень много сельских хозяйств многих стран, та же Италия, та же Испания, Португалия, та же Польша, она существовала, сельское хозяйство, за счет сезонных рабочих. Те страны, что я назвал, прежде всего за счет украинцев. И сегодня эти сезонные рабочие не поедут. Сегодня у них не будет возможности собрать урожай в этих странах. Однозначно, уже есть резолюция по этому поводу Организации Объединенных Наций, что проблема продовольственная сегодня будет на повестке дня. Как сигнал, это Казахстан уже ввел мораторий на экспорт пшеницы и на экспорт овощей. Приостановил экспорт пшеницы Аргентина. Пошел рост цен уже на пшеницу, пошел спрос. Как реагирует Украина? Украина увеличивает продажи. Ну вот, где тут тогда правительство, которое должно на это реагировать? Они должны сегодня, конечно, собственность святое, но если человек хочет продать, тогда должен покупать госрезерв. Должна быть продовольственная программа сегодня, потому что возникнет ситуация более острая, так как возникла с масками и со всеми медпрепаратами. Мы в январе-феврале активно экспортировали, ввели карантин, ничего нету, начинаем втридорого аврально искать покупать. Сейчас мы продадим пшеницу нашу, и потом втридорого будем ее покупать у той же Италии назад в виде каких-то изделий. Ну, кажут, через одесские терминалы даже насеневый материал сейчас продают. Смотрите, с одной стороны, люди продают почему? Потому что сегодня все хотят уйти в деньги. Потому что сегодня проблема с деньгами. Мир уходит уже даже не в деньги, уходит в золото. И поэтому, плюс люди боятся мародеров, боятся с товаром находиться. Поэтому происходят такие процессы. Дякую.